пишут. Про объект 260 пишут вот что. Разброс орудия мы улучшили на 0.1. Разброс орудия при повороте башни улучшили. Разброс при движении и повороте ходовой улучшили. Время перезарядки сократили. Время сведения уменьшили. Угол схвания орудия увеличили. И боекомплект увеличили. Вот моделька нового этого нашего. И здесь у него 55. У него здесь 30. То есть это пробивается по правилам трех калибрах, а это уже нет. То есть ты сюда ему никак не набросишь. Но если ты будешь на артиллерии, да, вот в это попадешь, ты ему больно будешь делать, очень больно. Ну вот, а вот тут нет. Тут 55 миллиметров. И это прям вот новость. Ну, это то событие, которое картоха должна была сделать еще до ввода этого танка в игру. Но прошло 6, сколько там, 5 лет? Сколько это ТЛБЗ? 3 года? 2? 4? Ну, в общем, они успели. Бой, возможно, будет сливной, друзья. Я хочу просто упороться и проверить его в условиях, которые... Чтобы вы такого не делали. Просто подожмусь, я понимаю, что меня первым, скорее всего, убьют и всякое разное расстреляют. Но я хочу просто попробовать его запушить под банан, под насыпь. И посмотрим, что будет. Если он там хоть сколько-нибудь поживет и немножко подтанчит всякую голду и прочее, то вообще по броне прямо. Ну просто я не могу, вот это вот слишком он высокий, не могу его спрятать совсем за насыпь. И буду, получается, ВЛ-дой торчать. Не знаю, проверь. Если такая тема до сих пор не работает, то вы такого не делаете никогда, и я делать тоже не буду. Но проверить хочется. Еду на банан. Теперь там еще надпись. Надпись, говорю, насыпь поправили с той стороны. Вот этой же не было, да, насыпь? Теперь она есть. Здрасте. Так. Попробуйте меня пробить теперь мою башню. А башня выйдет? В кого стрелять-то? А почему я выстрелил непробиваемая? Паш, нормально все у тебя? Ути, смотри, обидели мальчика. Союзник обидел. Развернулся и на все остальное хп выхлебал. Красиво. Поможем этому господину, солим его союзника. Слушай, тема работает. Ой. Фугасы пошли в ход. Фугасы не очень. Это Т-7, да, бахал? Офигеть, как же он танчит. Комбашенок-то нету ведь. Ой-ой-ой-ой-ой, все. Потанчил. Я играю в World of Tanks, я потанчил все фуга. Вот это было пробитие сейчас от души. Надо, чтобы они не попадали вообще. Это уже не пробить. Попробуем. Не пробивается. Башня очень крепкая стала. Фугасы потерпим, ладно. Чё теперь? Может быть, у них там их не очень много. Похоже, кончились он у одного, по крайней мере. А чё, мне заряжающего поломали 30 секунд. Блин, как бы экипаж не убили фугасами. Смотри, ни командира, ни заряжающего. Что вы за люди такие? Только извинились. Уже не успел. У него кончились фугасы. Да было 3 фугаса у Семеры. 10 секунд еще. Страшно. Страшно пачке жить. Его можно попробовать в эту комбашнику попасть. Если он застынет, конечно. Как это было жестко. Ага. Блин, думал, он поедет дальше, он не поехал. Ай-яй-яй. А чё Семёра развернулся затылком ко мне? Дура ты, дура, Семёра. Да я тут всех один тут веселю. А, да блин, ну вот этот выстрел зачем? Можно было подождать и выстрелить наверняка в Семёру. А если... А я кумулятивом, я не смогу в маску пробить, чтобы отскочила вниз, понимаете?
ты... Попробуй кумысом попробивать его в маску, чтобы вниз отскакивал, как меня пробили в том бою. А, мы выигрываем, да? Поехали отбивать их, окей. Двести шестьдесятый ультра хорош. Че, может, сотки успею? А че башка такая тугая, блин? Еле-еле поворачивается. Я думал, сейчас ее покручу и быстро налево-направо. Офигеть. 7 натанчено. 7. Это еще при том, что я фугасы в них все выбрал, которые были. Будь у них Type-5 Heavy, наверное, я по-другому бы пил. Но я, наверное, может быть, успел бы его слить быстрее. Хотя маловероятно, вот за других как-то там сейвился. Имба. Имба, друзья. Не, ну не то чтобы прям имба, которая имбует и сильнее всех остальных, но сильнее себя в прошлом. Наконец-то. За 6500 и полный активный геймплей дали. Нет слов, одни эмоции. Прям годнота, годнотенечка. За 260-й прямо вот то, что нужно. Чтобы была награда за сложную первую кампанию по ЛБЗам. То, что нужно. Друзья, ну в очередной раз хочется сказать, настало время, друзья, пора брать этот танк. Пора брать, за него ехать, ЛБЗы делать, потому что я не могу. Я не могу объяснить и найти слов, которые бы ярче бы сказали, чем то, что мы сейчас посмотрели на стриме. Три боя. Второй вообще, который мог бы окончиться ничем. Но... Броня в башне, броня в крышке. Командирскую башенку еще поди выцели. Очень хороший танк. Очень-очень-очень хороший. Враг обнаружен.